Прекрасное утро сегодня, 15 мая, и птички поют. Поют птички. И, короче, идем мы к доктору в очередной раз. Уже как бы пора, срок на часы. Катенька. Что? Да. И мы сейчас будем двигаться уже опять на осмотр, когда уже наша девочица вылезет. Све? Айда. Пчелка собирает нектар. Вот такое вот дерево тут зацвело, красивые веники. А мы продолжаем наш поход к доктору. У нас сегодня ровно 9 месяцев, а мы все равно хорошо ходим, без каких-либо препятствий, и все супер. Так что погода чуть-чуть жареная уже начинается, правда. 15 мая, центр Подгорец. Нет, почти. Ну это центральная такая улица. Пальмы там видно, не видно, не знаю, но там все пальмы. Окей, мы пошли. Мы уже идем от доктора, и наша девочица еще никуда не спешит. Не хочет никуда идти. Да, и в итоге мы сейчас идем дальше погулять. Погодка вроде как такая пасмурная, не так сильно жарена. А вот у нас тут мы идем мимо православной. Славная церковь, да, очень старинная. Ну как она, не старинная, она, наверное, новая построенная, потому что под старинку, но сделана она просто, я не знаю, очень красиво. Там вокруг всей церкви в камнях выложены библейские истории. И она вообще вот из цельного камня. Вот видите, какие глыбы, как бы хаотические, но вот так вот сделано, конечно, супер. Сейчас мы пройдем чуть-чуть. Посмотрим. И внутри там классно на самом деле. Мы там были. Вот, поздравляют с Пасхой. Вот в такие. Да, вот. Видите, оливы тут. Да, и дерево тут. Ну, короче, очень красиво все сделано. Вот такие вот камни высечены. Не наклеены, а именно высечены из этих вот глыб. Вот здесь видно какая-то история, кто вот это вот опустил в камешке. Да, овен там. И вот так вот. Красиво. Все высечено. О, в камнях. Видно тоже там. Типа икон, наверное, каких-то. Старые двери. Ну и на протяжении всех. Ну вот она вся вот с такими историями. Можно. Так, вон Даниил, да, со львами брошенный. Да, Даниил. Да. Со львами в яму брошенный. А вон, смотри, Авраам, который сына своего зарвал. А, да, вон Авраам, который сына на овечках. На овечках с овечками, которые жертвоприношения. Да. Ну, тут, короче, очень много библейских историй. Да. А вот из Иерусалим поход, да? Иерусалим, наверное, он высечен. И воробушек орёт. И воробушек орёт. Точно. Вот здесь тоже у нас что-то есть. Иисус. Воробьи тут, конечно, орут. А где? Не те здесь. Они просто, я не знаю. Вот еще кто-то на арфе играет. Давид, а, да, вон там написано даже царь и пророк Давид, высечено камнем. Вот еще-то там делает там. А, вон потоп. История потока, потопа. Да. Сидят все в ковчеге. Так, тут что-то рыба, яблоко. Да, какие-то символы. Нет, это кажется, наверное.
Что ты думаешь, они тут каждый день перестраивают? Нет, ну, да, вон еще конца. Да нет, ну, хотя кто его знает. Да, идем. О, парк аттракционов какой-то еще привезли. А, да, еще деревья тут. Каждый из, короче, всяких патриархариев разных, с разных стран приезжали и садили каждый по оливковому дереву. Каждый. Вот с этой стороны. И с той, наверное, тоже, да, должно быть? Или они должно быть. Да, и вот это сооружение, вот это сооружение какое-то, я не знаю, какое-то маразматическое, я не понял логики его. Да, какое-то ведьмакское, сейчас покажем. Уже какая-то, как-то сделано дерево, что-то с руками, там крест, кто-то там, короче. Черепашка! Где? О, черепаха ползет, смотрите. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Ты думала, проползешь? И что? Ползи. Она боится тебя. Ну иди, что ты боишься? Давай. Да, вот так вот лазят просто. Черепахи путешествуют. Большая, слушай. Пошла себе такая. Все, и мы пошли. Да пусть ползет. Ладно, все. Видимость. Подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих видео. Чао.